На Каширском шоссе у памятника Владимиру Ленину прошел субботник. Масштабная уборка состоялась по случаю дня рождения политического деятеля. В акции приняли участие члены и сторонники партии «Единая Россия», активисты «Молодой гвардии» и неравнодушные жители округа. Во-первых, мы уже не первый раз убираем этот замечательный памятник. Этот памятник – это гордость нашего района. Но самое главное, что мы не должны забывать нашу историю. К сожалению, на данный момент, пока этот памятник не находится на балансе в Ленинском городском округе, но мы прикладываем, как депутаты, все усилия, чтобы мы его приняли. Очень приятно делать какие-то добрые дела, особенно на благо Ленинского городского округа. Несмотря на дождливую погоду, активисты собрали 12 мешков мусора и подготовили территорию вокруг шагающего Ленина к теплому сезону. Напомню, субботники проходят по всей области в рамках месячника благоустройства,